Здравствуйте. Сегодня я вам покажу метод, который я использую для заработка денег в интернете. Таким образом, я уже смог заработать на машину приблизительно за полмесяца. Как ни странно, я работаю по этому методу где-то по полчаса в день, и этого вполне хватает. Так, девочка нам что-то рассказывает, но мы ее пока отключим. Итак, сегодня я вам расскажу о том, как обыгрывать казино в рулетку. Дело это достаточно простое и достаточно прибыльно. Вот попробуем заполнить простую форму регистрации на этом сайте. Я этот сайт выбрал неспроста. Я уже проверил много методик, и эта методика на сайте действительно работает. То есть, чтобы не сыпались потом проклятия на мою голову, я советую именно этот сайт, потому что я его проверил и много-много раз выводил уже денежку. Так, нажимаем «Далее» после введения логина и пароля. И теперь сейчас будем вводить свое имя. Я вообще люблю, когда ко мне по имени обращаются, поэтому я ввожу свое настоящее имя. Так, вводим год рождения, дату рождения и месяц. Здесь на дни рождения начисляют бонусы, мне в прошлый раз начислили $100. Вводим свой email и телефон. Вообще, они, когда вот мы играем на реальные деньги, они требуют, чтобы мы вводили свой реальный номер телефона. Поэтому я ввожу всегда свой настоящий, и в принципе с этим никогда проблем не возникало. Так, вот сегодня я вам показываю, как обыгрывать рулетку. Слово «играть» я использую случайно, буквально, потому что сегодня мы будем не играть, мы будем действительно зарабатывать. Я сегодня планирую заработать порядка $400, и думаю, на это уйдет не более 10 минут. Так, нажимаем «Играть», переходим в уже. Сейчас мы будем зарегистрированы. И я вам все покажу. Постараюсь целиком, от начала и до конца, описать методику и показать, как заработать первую денежку. Так, нам предлагают скачать казино. Но, в принципе, сегодня скачивать не будем. Я вам покажу все на сайте. Будет куда быстрее. Все это поэтому закрываем. Закрываем акцию. Так, сейчас нам пишет администратор, но мы сегодня не будем с ним общаться. Я лучше вам расскажу все, как есть. Для пополнения счета для начала надо перейти на реальные деньги. Мы сегодня будем зарабатывать реальные деньги. И давайте я вам покажу, как сразу пополнить кошелек. Так, заходим в кассу. В кассе нажимаем «Пополнить счет». Я пополняю с помощью WebMoney. Но, в принципе, если у вас нет WebMoney, можно пополнить даже с помощью SMS-ки. Но WebMoney наиболее удобный способ, как по мне. Вводим свой WebMoney, сумму, которую хотим зачислить. Сейчас я введу сумму побольше, чтобы, в принципе, уже отработанной методикой заработать свой очередной гонорар. Но вам я рекомендую для начала ввести $50-$100. Относительно небольшую сумму, чтобы понять всю методику и прочувствовать все нюансы. Так, мы нажали «Оплатить», и сейчас надо будет подтвердить платеж с кошелька. Сейчас я подтвержу быстренько платеж. И нам начислят денежку на счет. Итак, пришла денежка, нажимаем ОК, переходим в европейскую рулетку, в классический зал. Мы будем просто делать, мы будем ставить на красное или же на черное. Если мы проигрываем, то мы не меняем цвет, а просто увеличиваем ставку вдвое. Если выигрываем, то просто меняем цвет и ставим опять же изначальную ставочку. Так, сейчас я поставлю свою первоначальную ставку на красное. Я выиграл, соответственно, я просто меняю цвет и ставлю те же $25 на черное. Итак, смотрим, что у нас сейчас выпадет. Выпало zero. Zero в данном случае считается просто проигрышем. Что надо сделать? Надо взять и поставить в два раза большую сумму на тот цвет, на котором мы проиграли. То есть в данном случае я ставлю не 25, а уже 50 на черное. Итак, мы выиграли. Соответственно, что мы делаем? Мы опять же меняем цвет на красное и ставим изначальную ставку $25. По этой методике я сейчас буду играть в течение 10 минут. А почему 10 минут, спросите вы? Дело в том, что казино нам дает реальный шанс выиграть в течение первых 8-10 минут игры. Это делается для того, чтобы нас максимально заинтересовать. Это время, которое необходимо нам для того, чтобы максимально получить деньги. Но есть еще одно ограничение. Вы не сможете выиграть сумму большую, чем ввели. То есть, если вы ввели, к примеру, $500,
то вряд ли в конце игры сможете уйти с 2000 или там с 3000 долларов. Поэтому, как только вы видите, что сумма у вас на счету подбирается к сумме, которая вдвое больше той суммы, которую вы ввели в самом начале игры, необходимо обязательно остановиться и выводить деньги. Потому что дальше вы уже начнете проигрывать. Такова система работы большинства интернет-казино. Необходимо иметь хорошую выдержку и ни в коем случае не играть, если вы азартный человек. Потому что сложно не поддаться соблазну и иногда не продолжить игру. Ведь вы на самом деле после этого проиграете. Итак, я ставлю опять свою первоначальную ставочку уже на черную, потому что я выиграл только что на красном. Ставлю я свои 25 долларов. Почему 25 долларов? Потому что я уже проверил эту методику и давно по ней играю. В принципе, у вас это может быть как 2 доллара, так и 5 долларов, так и 10 долларов. Сумма не принципиальна. Главное, чтобы она постоянно была одна и та же. Вот, я опять выиграл. И, соответственно, меняю цвет на красный. Ставлю опять свои 25 долларов и, опять же, выигрываю. Сейчас я поставлю, соответственно, на черный цвет. Все просто. Итак, мы опять делаем ставочку. Так мы делаем до тех пор, пока на счету не получится сумма в два раза превышающая ту, которую мы внесли в самом начале. Или пока не выйдут наши 10 минут, в течение которых казино нам дает выигрывать. То есть, в принципе, можно получить где-то в два раза больше, чем мы ввели. То есть, если теоретически вы ведете 1010 долларов, то вы сможете выиграть в два раза больше. Я, конечно, так еще не пробовал, но там есть VIP-зал, в котором можно делать действительно большие ставки, а значит, выводить куда большие деньги. Да, и еще раз напомню, чтобы вы там меня не проклинали, мол, подсказал, я тут проиграл. Ни в коем случае не играйте, если вы азартный человек. Все, я вас, в принципе, предупредил. И я, в принципе, показываю метод, и он работает на любых объемах денег. Так что все зависит от того, сколько вы хотите заработать. В принципе, моя цель сегодня 400 долларов сверху того, что я ввел. То есть я ввел 400 долларов, и, соответственно, на счету я хочу получить 800 долларов. Итак, получить мне их надо будет в течение 10 минут. Мы сейчас играем где-то минут 5 или 6, я так приблизительно замерил. Соответственно, повторяем те же самые действия, что и в самом начале. Красное, если выиграли, то мы меняем на черное. Если проиграли, то ставим в 2 раза больше на красное. И наоборот, если же, например, выиграли на черном, то мы меняем на красное, ставим ту же самую сумму. Если на черное проиграли, то ставим на черное в 2 раза большую сумму. Итак, мы подбираемся к заветной сумме 800 долларов. Сейчас я к ней максимально близко подберусь. 750, 700. Скоро мы ее получим. Итак, 10 минут еще не прошли, поэтому мы можем еще немного поиграть. Что у нас на счету? 800 долларов. Смотрите, сейчас я покажу вам, как выводить деньги. Ну, смотрите, на счету у меня было изначально 400 долларов. Исходное было 400, я получил с верхней еще 400 долларов и играл вот порядка 10 минут. Выходим в лобби казино, нажимаем на кнопку. Сейчас зайдем в кассу, и я вам покажу, как проще всего вывести деньги на WebMoney. WebMoney самый оптимальный вариант вывода денег. Смотрите, заходим в кассу. Сейчас мы получим наши денежки. Так. Нажимаем вывести средства. Итак, нажимаем WebMoney. Смотрите, я вбиваю свой номер кошелька и вывожу, сколько у меня есть на счету, 800 долларов. Столько и вывожу. Нажимаю выплатить. И сейчас я на кошелек получу заветную сумму 800 долларов.